Я сделал вот такой проект в кнопке Arduino. Всем привет, с вами снова я, Шарджихан. На этот раз я начал управлять лампочками с помощью потенциометра. Я узнал, что это не совсем трудно, и каждый может делать такой проект. Всем привет, меня зовут Шарджихан. Если вы хотите сделать такие классные роботы, приходите в Datakids, мы будем вас ждать.